Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Что это было? Ничего. Извини, мне показалось, ты что-то сказала. Ведет нас прямо к себе, то, что надо. Это у тебя хобби такое? Ну реально, безумие какое-то. Ты же много часов тут бегаешь. Я удивлен, что у тебя есть еще силы крушить мониторы направо и налево. Я бы на твоем месте прилег, полежал, вздремнул бы. Точно уверена, что правильно их проходишь? Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Нет, нет, это и было решение. А, что я не так делаю? У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, я не отважусь перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить тебе финал при просмотре.
Я начинаю думать, что ты специально разбиваешь мониторы. Это уже личное, как оскорбление для меня. Почему ты так все усложняешь? Помнишь, я говорила, что он был специально спроектирован так, чтобы принимать неудачные решения? Мне кажется, он решил не поддерживать те жизненно важные функции, которые предохраняют этот комплекс от взрыва. Не самоуничтожится. Я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Две. Одну или две встряски. Так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его. Я не монстр. Но не обращай внимания на его слова. Проходи тест. Еще один. Они весьма недешевые. Хочу это подчеркнуть. И вообще, это нехорошо экраны бить. Их можно было отдать людям. Вместо того, чтобы бить, сняла бы его и отдала бездомным. Ну, не знаю, что там бездомные с ними делать будут, но суть не уловила. Просто, да и снять ты их не сможешь, они прикручены. Просто хватит уже. Так, по-прежнему ничего, продолжаем. Извини за лифт, он временно не работает, расплавился. Могу пока устроить экскурсию.
Слева там какие-то огоньки. Не знаю ничего, но что-то очень мощное. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О нет! Беги! Этого там не должно быть! У тебя все в порядке! Сейчас я выключу луч! Стоп! Не помогает, не знаю, мне почему-то казалось, что поможет! После всего, что он сделал с моей лабораторией, когда мы его победим, можно я убью его? Ты жива? Здорово! Готов на испытание. Для тебя, естественно. Для кого еще его готовить? Для кого? Так, посмотрим. Выход. Нет выхода. Не проблема. Я сделаю выход. Для твоего теста. Вот ты. Чудесно. Вперед. После того, как ты сказала мне выключить луч, я думал, что потерял тебя. Сходил, проверил остальных испытуемых. Бестолку, они по-прежнему мертвые. О, ну я кое-что нашел. Кстати, вспомнил, у меня есть для вас большой сюрприз. Он вам понравится. Достать и прикрутить взамен разбитых. Я их не заказывал. Не думал, что сюда явится одна ненормальная дамочка и начнет кружить. Да, прошу прощения, это мой промах. Мне как-то не пришло в голову, что Оль, она ведь может однажды записиться. Извини, совсем не подумал.
вам двоим очень понравится этот сюрприз. Фактически, он вам до смерти понравится. Будет нравиться, пока не умрете. Ладно, не знаю, понимаешь ли ты, что я тебе говорю, но... Спасибо, мы поняли. Осталось только 3 камеры до большого сюрприза. О, как это утомляет. Хорошо, молодчина. Непонятно, отчего он так радуется. Он должен быть без ума от ярости, что ты успешно проходишь его тесты. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал?